Здравствуйте. Сегодня у меня был очень тяжелый день и очень сильно разболелась голова. Помогите. Здравствуйте. Очень часто головные боли разыгрываются на фоне стресса, психоэмоционального напряжения, невроза, гипертонии и просто когда очень сложный рабочий день. Такие боли локализуются в лобно-теменной зоне, шейно-затылочной или может просто равномерно распределяться по всей голове. При этом человек ощущает стягивание, сжимание, сдавливание, невыносимая просто боль. При этом мы рекомендуем комбинированные препараты, в которые входят анальгетик, антипиретик, это может быть, например, анальгин, а также вспомогательное вещество темпидон. Оно идет как антидепрессант с седативным действием. Комбинация такого препарата снимает головные боли, а также успокаивает человека. К этому препарату также можно добавить аминоуксусную кислоту или по-другому глицин. Будьте здоровы! Всего наилучшего, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.